Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня вяжем джемпер мужской, реглан погон, вот, из остатков пряжи. Вот такие вот у меня остатки. Мне нужен джемпер для зятя на работу, так что не пугаемся. Особой красоты здесь не нужно, но мастер-класс я сделаю для того, чтобы подробно разобрать погон. Вот. Собрала я на работу, нужно теплый свитер, собрала я всю пряжу, которая у меня есть, остатки, в составе которой шерсть. Вот, у меня было множество разных клубочков, остатков, некоторые там вещи я пораспускала, которые вязала на видео, а вещь не нужна. И вот такой вот сборная солянка у меня получилась. Вы видите, да, что я сматывала три разные нити, такое вот меланжевая пряжа получилась. Ну и в определенных тонах, бежево-коричнево-серые, вот. Всего у меня, вот, кстати, вот смотрите, всего у меня получилось килограмм пряжи, килограмм, представляете, с клубочком, моточком, которые, в принципе, были никуда не приспособить. Вот так вот у меня получилось, каждая у меня из трех нитей, где-то из двух, в зависимости от толщины, ну, по итогу у меня получилась нить, около 200 метров в 100 граммах, если в пересчете, это, ну, эти все, вся пряжа, там, где в три сложения, там около 600 метров в 100 граммах, если в два сложения, то там, ну, в общем, если будете вязать с остатков, в любом случае, девчонки, объяснять я буду, не основываясь на пряжу, как обычно, поэтому ничего не боимся, вяжем джемпер. Мужской, женский, детский. В любом случае вы свяжете по этому мастер-классу. И любыми спицами. Я взял и любыми спицами, любой плотностью, любой пряжей. Вот так вот. Сделаем, подведем итог. Значит, вот мне дочь написала размеры. Это мы будем использовать в процессе. Ориентировочные размеры. Значит, еще шейку я измерила. В общем, примерно мой зять где-то, даже не знаю, какого размера. Вот честно, я не знаю, я буду основываться на мерке. Значит, я набираю 100 петель, связала образец и по образцу определила 50 сантиметров, у меня 100 петель. То есть в 10 сантиметрах 20 петель моя плотность вязания. Спицы я использую 3,5 миллиметра, пока эти мерки мне совершенно не нужны. Потом мы разберемся, как я их буду использовать. Возможно, не все мне понадобятся. Ну, отложила, да. Сейчас набираю 100 петель на резинку. 99, 100. И еще одну петлю. Сейчас посмотрим, покажу, куда. 101 петля. Вот смотрите, какая у меня осталась ниточка маленькая. Здесь я завяжу узелок, как обычно. Все у меня впритык, впритык. Так, значит, 121 петля. Теперь соединяем вязание в кольцо. У нас нигде ничего не перекрутилось, не перевернулось. Теперь вот эту последнюю петлю переснимаем на левую спицу. Так. Еще раз контроль, все нормально. Так, переснимаем сюда и теперь через нее продеваем первую петлю. Вот сейчас неудобно, конечно, вам будет видно, потому что вот эти нитки разноцветные. Ну, будем надеяться, что все получится. Так. Завязала узелок, видите, а петля через узелок растянулась. Сейчас мы ее подтянем. Так, подтягиваем эту петлю и начинаем вязать. Это у нас первая петля, первый ряд, резинка 1 на 1. Я взяла спицы тоньше, мне так удобнее вязать. Я почему-то так
так люблю, как бы тонкими спицами вязать. Если толстая пряжа, то тонкими спицами. Вот, что пока вяжу, еще скажу, как я буду использовать эту. То есть узора никакого не будет, потому что разные цвета пряжи, и оно все будет теряться. Да и джемпер нужен на работу, особой красоты не нужно. Главная функция, главная задача стоит, чтобы было тепло. Вот, поэтому с узором я заморачиваться не буду. Единственное, что я сделаю, какой-то переход, может, ленивым жаккардом, с цвета на цвет переход. Светлые тона буду разделять темными. Вот, начала из этой пряжи, как бы самая светлая, она пойдет наверх. Вот, а потом к низу будет затемняться более темное, темное и темное. То есть постепенный переход. Вот. Надеюсь, здесь у меня 300 грамм вот этой вот больше всего. Надеюсь, что мне хватит до окончания вот этого реглана погона, чтобы уже, ну, как бы замена цвета уже шла на рукаве и на детали, как бы переда спинки, уже без добавлений, без ничего. Хотя особой, как бы, разницы и нет, но увидим. Как получится, так получится. Будем ориентироваться уже по ходу дела. Вот видите, я вяжу как бы тонкими спицами толстую пряжу и достаточно свободно, поэтому, ну, сейчас первый ряд, а вообще потом мне просто будет легче. Но это мои ощущения, мои предпочтения, девчонки. Вы же смотрите, можете взять потолще спицы. Ну, опять же, я отвлеклась. Так, довязываем до конца ряда, как бы один круг. Теперь один круг мы сделаем оформление края. Значит, для этого спицу вводим назад за вязание, захватываем лицевую петлю, снимаем ее со спицы и переносим вперед и провязываем лицевую изнаночную без изменений. Вот каждую петлю мы сейчас подтяну вот таким вот образом, захватив сзади, перенесем вперед. Это только один круг, один рядочек. Таким вот образом. Вот я провязала ряд перекрученный, вот такой вот краешек симпатичный получается. Сейчас оно будет виднее, когда я провяжу еще. Далее вяжу простой резинка 1×1, наверное, сантиметра 3. Вот. Сейчас я провяжу по кругу резиночкой. Вот это мы потом. Девчонки, я провязала, сейчас скажу сколько, 1, 2, 3, 4, 5, всего 10 рядов. Это у меня, ну, 3 сантиметра. Оформлять горловину мы будем самым простым способом, которым я вам предлагаю. На самом деле он очень простой, но выглядит эффектно, и вязать его несложно. Первым делом мы вяжем 3 ряда лицевыми петлями. Так, вот я довязываю третий ряд лицевой, и в четвертом ряду мы сделаем большую красоту. Так, вот они, 3 ряда нашей лицевой глади. Теперь что я делаю? Вот эту петлю, смотрите, она у нас лицевая, вот она, вот ей узелки, 1, 2, 3. Вот мы подхватываем третий узелочек с изнаночной стороны и одеваем его на левую спицу. Теперь просто провязываем лицевой слева направо обе эти петли, и лицевую подхвачены. Снова
Вот раз, два, три. Ну, то есть первого ряда узелочек мы подхватываем и провязываем вместе лицевую. Таким вот образом вяжем один ряд. То есть здесь у нас будет образовываться вот такой вот кантик. Сейчас он, когда провяжется ряд, он будет более таким выраженным. Но если вы хотите еще более выраженный, то провяжите 4 ряда. Но я думаю, этого хватит, вот, чтобы как-то закончить эту резиночку, эту горловину. 3 ряда достаточно. Ну, так вот продолжаем по кругу весь ряд. Итак, так, смотрите, вот провязала я по кругу, образовывается вот такой вот небольшой валик, который уплотнен, достаточно уплотнен, чтобы удержать эту горловину. Вот, ну и чтобы ее как бы отделить и закончить, да, скажем так. Еще можно связать, один ряд изнаночными петлями. Вот, ну, я оставлю так, мне нравится так в этом джемпере. Вот, и теперь что мы делаем? Сейчас я здесь отделю маркером как бы начало ряда, потом мы заделаем эту штучку и разделим все наше вязание на погоны, спинку и перед. Значит, у меня здесь 100 петель. Я основываюсь, вы основываетесь на свои петли. Далее определяем, сколько у нас будет петель погон. Может быть, одна петля. Как угодно. 4, 5, 6, я смотрю. Я оставлю 8 петель на погон. То есть у меня погон будет 8 петель. И здесь вот тоже 8 петель. Вы пишете свое число, да? То есть 2 погона это 16 петель. 100 минус 16. Ой, куда пишешь, Вика? Ладно, понятное дело, что здесь должно быть 4. 84 петли. Так, и делим на 2. И у нас получается 42 петли. 42 петли здесь и 42 петли здесь. Значит, вот вязание у нас начинается от половины спинки. Вот сейчас я отделю маркером погон. Кто смотрел видео про жилет, мы опять повторяемся, опять почти делаем то же самое. Ну, не почти, ну, почти, да. Кто не смотрел, считаем. Значит, я нахожусь в половине, мне нужно отсчитать сюда. Так, подождите, давайте сначала определимся. Значит, погон у нас 8 петель и 8 петель, здесь 42, значит половина это 21 и 21, это так, сейчас нам нужно, вообще нам не нужно. Далее мы будем вязать вот здесь вот незаконченные ряды. Так, сначала вот если у нас тут по половине тоже 21 и 21, допустим, на переднюю деталь нам здесь нужно 20 петель, вернее, ровно 20 петель. Значит, 20 петель нам нужно распределить между этими как бы прибавками. Сколько у нас их будет незаконченных рядов? Штук 10, да? Ну, так и получится, что по одной петле. Вот, и 20 петель по центру. Вот, таким вот образом. Начинаем вязать, и сейчас мы все распределим. Итак, вяжем 21 петлю. 1, 2, то есть половину спинки. 3, вы вяжете свою как бы четвертинку. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20. И из 21 последней петли мы вывязываем 3 вот таким вот образом. 1 лицевая, накид, лицевая. То есть 3 петли мы вывязали. Теперь мы одеваем маркер. Вот, это наша как бы спинка уже с добавлением. Здесь вот мы сделали добавление. То есть мы отсюда вяжем сюда. Сейчас пройдем погон и закончим здесь. Теперь 8 петель погона. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одеваем следующий маркер. Вот мы отделили погон. Вот он. Далее мы вяжем из первой петли 3 снова. 1, 2, 3. Вывязываем 3. После погона до погона вот 3 и после погона 3. Провязываем еще одну петлю и поворачиваемся. Здесь мы делаем воздушную петлю вот таким вот образом. То есть, если вот так вот смотреть, то вот так вот я захвачиваю. И как бы подтягивая, перекручивая. И вяжу изнаночный ряд. В изнаночном ряду мы никаких добавлений делать не будем, потому что мы в лицевом ряду вяжем 3 петли. То есть вывязываем 3 петли из одной, тем самым добавляя 2. 2 и 2, это уже 4 петли довязываем. То есть здесь вот мы сделали добавление, здесь и здесь. Теперь мы возвращаемся и ничего не делаем. Здесь вот получается мы ничего не делаем, потому что изнаночный ряд, мы будем делать это в лицевом. То есть вяжем, 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 определим сейчас второй погон и довяжем цикл. Вот, кстати, видите, любые спицы цепляются у основания, даже те корейские и вот эти вот все. Я взяла старые спицы, думала, они так цепляются, это цепляются все. Не знаю, мне не попадали спицы, которые там проходят легко. Так, мы дошли до центра. Вот теперь мы вяжем вот эту вот 21 петлю. Здесь мы не добавляем, поэтому у нас 21 петля по изнанке. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21. Теперь цепляем маркер, отделяем 8 петель погона. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Цепляем второй маркер, отделили погон. И теперь мы вяжем просто 2 петли. Там у нас была 1 петля, из которой мы вывязали 3, и 1 дополнительная. Здесь же мы добавлений пока не делаем. Значит, вывязываем 1 петлю и вторую дополнительную. И поворачиваемся. Здесь делаем воздушную петлю точно так же для соединения. Теперь одну петлю провязываем. А вот теперь вот в лицевом ряду, вот, то есть мы сейчас поворачиваемся вот здесь вот и пошли вязать лицевой ряд вот таким вот образом. И здесь мы делаем добавление первый раз. То есть цикл у нас заканчивается вот здесь вот. Далее мы продолжаем вязать до конца и делаем вот эти вот добавления. То есть таким образом мы делаем незаконченные ряды. Вот. Сейчас мы вяжем как бы так. Теперь перед маркером
петля, делаем из нее 3, далее погон 8 петель. И после погона из одной петли тоже вывязываем 3. Далее вяжем до маркера. Все, и закончен цикл. Потом после маркера продолжаем в эту сторону. Давайте еще раз покажу, еще дальше покажу. Так. Пряжа, видите, один слой у меня такая секционная, и получается вкрапление темнее, светлее. И, кстати, ведь по итогу очень симпатично получается. Ведь мне уже начинает нравиться, поэтому думаю, интересный джемперок получится. Взять будет довольный. Рукам жарко, шерсть. Итак, вот тут мы в центре, и мы продолжаем этот ряд до конца лицевой. Теперь мы как бы уже второй, по сути, цикл получается. Но в одном цикле, заметьте, здесь добавление и здесь один раз добавление. То есть все у нас равномерно идет. Так, здесь мы провязываем эти 3 петли. И из последней всегда петля возле маркера. Если маркер, погон слева, то последняя петля. Если погон у нас справа, то первая петля. Вывязываем 3 петли. 3, 8 петель погона. Здесь после маркера из первой 3. И далее мы довязываем до вот этого как бы воздушной петли. Потом эту воздушную петлю мы провязываем вместе со следующей лицевой. При этом лицевую мы меняем местами с этим воздушной петлей и провязываем вместе лицевой. Таким вот образом тогда у нас не нарушается структура вязания, все получается ровно. Поворачиваемся, то есть мы на одну петлю продвинулись, это на эту петлю, которую мы две вместе провязали. И вяжем далее, тоже делаем воздушную петлю, вяжем изнаночный ряд, в котором мы уже ничего не добавляем. Так далее мы будем продолжать вязать, пока у нас по центру, тем самым мы будем с обеих сторон продвигаться к центру, пока у нас здесь не останется 20 петель. Количество петель вы можете тоже корректировать, может быть 15-16, может я его и изменю, сейчас я посмотрю. Я посмотрю на глубину как бы этого ростка, так как это мужской свитер, росток у нас для детских размеров где-то 3-4 сантиметра, ну от 2, да, скажем так, от 2 до 4, тоже от рождения, да, если брать детские, если женские, то это 5-6 сантиметров. То есть разница в высоте спинки и переда у нас составляет 5-6 сантиметров. И 7-8-9, даже смотря какой мужчина, даже 10 сантиметров может быть. У меня зять не маленький, поэтому буду корректировать по ходу. Точных расчетов я не делаю, девчонки, я по ходу всегда смотрю. Вот. Сейчас я покажу, как соединять здесь эту дополнительную петлю. И далее продолжу, пока не передвинусь уже без камеры. Девчонки, нравится мне. Вот видите, она комбинировала всякой пряжи. А по итогу получается очень даже симпатично. И на ощупь так тепленько. И на вид мне нравится. Вот разные пряжи там играют. Пусть играют. Вот, я рада, что килограмм остатков будет использован, а зять будет рад, что ему будет тепло. Вот и все. И все счастливы.
Потому что на самом деле девчонки жалко, когда пряжа, я знаю, что она качественная, там 50 грамм, там 100 грамм, знаете, и они добавляются, их все больше и больше, и как вот. Поэтому я рада, когда кто-то из моих, кому-то из моих что-то нужно. Вот. Так, вот здесь, вот смотрите, в изнаночном ряду. Здесь я тоже меняю только вот эту петлю, как бы, вот она воздушная петля, и петля основного вязания я меняю местами вот таким вот образом. Здесь у меня в лицевой, это воздушная, сзади работы основной петли, а здесь в изнаночном ряду впереди. И провязываю две петли вместе, вот. И здесь не нарушена лицевая петля, красивая. Делаю воздушную петлю, повернулась и вяжу следующий лицевой ряд. Не забывая при этом возле маркера делаем, вывязываем 3 петли из одной. Так, я надеюсь, потом эта петля будет у нас. И все будет красиво. И все, и продолжаю. Я продолжаю до того момента, пока мне будет нравиться вот разница. Вот здесь вот и вот здесь вот. Я вам все покажу. Так, мои хорошие, вот смотрите, что у меня сейчас получилось. Узелочек затянем. Значит, вот, ой, вот мой росток. Сейчас я вам скажу, сколько я. 7 сантиметров. Нужно было бы, конечно, еще один. Давайте посмотрим. Так вот это будет выглядеть. Да нет, достаточно. Достаточно. Вот она моя такая горловинка. Все-таки 20 петель у меня здесь осталось. И теперь, девчонки, вступает в игру первая мерка. Ширина плеча. Значит, как мы меряем ширину плеча? Значит, вот мы, да. И вот, допустим, одеваем. Вот оденьте футболку обычную, как бы с вточным рукавом. И мы меряем вот от шва к шву вот это расстояние. То есть не отсюда где-то ширина плеча. И не в изогнутом состоянии. Именно от плеча к плечу, ко шву, где пришит рукав. Джемперочек оденьте, футболочку что-то оденьте, где у вас точной рукав, вот начало этого шва, где начинается рукав, вот отсюда и до сюда вы меряете. Значит, у меня мерка 49 сантиметров. Меряем. То есть у меня сейчас в работе двое спиц, и я сейчас измеряю, сколько у меня сантиметров. Вот, смотрите, у меня сейчас 43 сантиметра. То есть мне еще нужно провязать 6 сантиметров, то есть всего 3. Вот, потому что с каждой стороны у меня добавится по 3 сантиметра. То есть эти 3 сантиметра я довяжу в круговую. Вот, я уже, ой-ой-ой, продвинулась. Вот как бы я уже должна, я должна была закончить вот здесь, вот в этой точке, да. Так, и так я продвинулась по, пока у меня по центру не осталось 20 петель. Сколько рядов, сейчас скажу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 рядов я, ну, все правильно. 20 рядов я провязала, теперь я вяжу по кругу, делая добавление через ряд. Все так же по 3 петли, добавление через ряд, пока у меня не будет, вот. Давайте я измерю, вот сейчас в данный момент погон у меня сколько? 8 сантиметров, а должен быть... Плюс 3,
11. Вот пока погон у меня не будет 11 сантиметров, я буду вязать в круговую. Сейчас мы соединим вот здесь вот все в круг и продолжаем мы добавлять петли. Ну теперь уже у нас будет через ряд, потому что ряды у нас круговые. Сейчас в этом ряду я еще как бы добавлю здесь у меня. Так, здесь вот у нас воздушная петля, ее мы с лицевой провязываем вместе, как и раньше. Далее вяжем уже эти петли горловины, ну, от горловины, которая у нас. Просто сейчас двое спиц, потому что я провязала половину на одни, половину на другие, чтобы вам показать как бы в растянутом, в разобранном виде. Вот. Я его так разделила. Так, вот эту последнюю петлю я пересняла и одену на эту. И с этим вот, с этой воздушной петлей провяжу тоже вместе. И все, мы уже вяжем в круговую. Теперь мы соединили все вот эти петли. Вот, и опять мы вяжем в круговую. Вот сейчас у меня ряд будет, в котором я, то есть круг будет, в котором я не буду добавлять. Так, здесь вот смотрим, в предыдущем ряду мы видим, да, что были сделаны 3 петли. Здесь мы определяем визуально, значит, мы их провязываем, добавления не делаем. Если мы увидим, что добавлений не было, они провязаны, значит, делаем добавление, то есть через ряд. И вот так вот я вяжу еще 3 сантиметра, чтобы по плечу, от плеча к плечу у меня было 49 сантиметров. Ну, а у вас ваше число. Провязала я еще 3 сантиметра. Вот я определяла вот здесь. Вот. Сейчас измерим. Вот они, 3 сантиметра. То есть здесь у меня 49 сантиметров. Вот прекрасно все видно. Значит, что мы делаем теперь? Так, еще по спинке. Теперь у меня по спинке и по переду здесь образовалось по 102 петли. Плотность вязания сейчас я измерю, посчитаю. 9 петель, 18 петель в 10 сантиметрах, значит, у меня 102 петли разделить на 18 сантиметров, это 55 сантиметров получается, если пересчете на сантиметры. Это я к чему сейчас считаю, девчонки? Как к тому, что окружность груди у нас, у меня 106 сантиметров. Вот она, мерка моя. Значит, для чего я посчитала? Значит, вот эти 102 сантиметра, у меня получается 55 сантиметров. 55 плюс 55 это 110 сантиметров. Что это значит? Это значит, что у меня на этом этапе петель переда и спинки достаточно для, как бы, для спинки и для переда. Это значит, здесь у меня 55 сантиметров и здесь у меня 55 сантиметров. Это значит, что далее мне по переду и по спинке добавлять не нужно. Мне нужно, далее у нас идет расширение на рукав. Здесь я добавлять не буду. Вот, кстати, неправильно нарисовала. Здесь у меня, давайте здесь перерисую. Здесь у меня деталь пойдет ровно, а добавления пойдут по рукаву. Ну, он у нас как бы вот такой вот и будет выглядеть.
Ну, сейчас вы все увидите. А на самом деле вот спинка не увеличивается. Спинка вперед увеличиваться не будут. То есть они будут вот такие вот ровные. Сам рукав будет вот так вот расширяться. Значит, у меня перед спинка 110 сантиметров. Окружность груди у меня 106,4 сантиметра на припуск. Но это мало, это не страшно. У нас еще будут подрезы, которые будут компенсировать, как бы добавлять на свободу облегания. Забываю слова, старею. Вроде бы коронавирусом не болела. Ой. Значит, как мы вяжем дальше? Мы вяжем, продолжаем точно так же по кругу, как и вязали. Но с единственным, сейчас покажу, как мы будем добавлять. Добавлять будем в каждом втором ряду, как и делали вот последние 3 сантиметра. Вот, потому что ряды у нас не поворотные, а круговые. Но добавлять будем теперь внутри маркера. И петли у нас будут добавляться для рукава внутри маркера. А здесь у нас останется одинаковое количество петель. Потом уже мы добавим петли для свободы облегания. То есть на этом этапе, когда мы находимся уже у плеча, у рукава, вернее, в конце плеча, у рукава, петель спинки и переда хватает для того, чтобы уже не добавлять. Уже они добавились достаточно. Плюс еще добавятся еще только в подрезе после рукава. Поэтому сейчас, на данном этапе, мы эту часть, вот, спиночку вяжем ровно. Сейчас я покажу, как оно выглядит. Вот мы добавляли вот здесь вот до маркера. Теперь мы здесь уже ничего не добавляем, мы вяжем ровно. Но мы добавляем вот здесь вот после маркера, провязывая лицевую петлю и еще одну, вот как бы из предыдущей. Вот таким вот образом. То же самое перед маркером. То есть мы добавляем здесь одну и здесь одну. По одной петле здесь мы добавляем, как бы, как в классическом реглане, девчонки. Так, здесь тоже вот с предыдущей петельки я вывязываю. И из этой. Вот они максимально такие нейтральные получаются. И вот здесь вот тоже, где мы добавляли, мы больше ничего не добавляем. Мы вяжем ровно. То же самое делаем здесь. То есть добавляем мы внутри от маркера. И вяжем. Так, мои хорошие, мы приближаемся ко второй мерке. Глубина. Значит, глубина проймы для мужского джемпера у нас ориентировочно 25 сантиметров. Ну, 25-27. Вот меряйте, да, от начала рукава и до окончания, как бы, ну, поняли, ну, понятно, да, где меряется пройма. Сейчас я вот сложу и отделила на отдельные спицы рукав, чтобы показать вам. Видите, у меня петель мало на рукав. То есть что я сейчас буду делать, девчонки? Вот сейчас я ориентируюсь на 25 сантиметров на мою мерку. Вот сейчас у меня вот 20. И вот на протяжении 5 сантиметров я буду делать не одну добавление, вернее, не одну петлю добавлять, а буду добавлять 2, точно так же, как здесь. Либо по одной петле в каждом ряду, либо вывязываем 3 петли, как мы вязали на погоне, да? То есть сейчас мне нужно добавить дополнительные петли в рукав. Со стороны переда и спинки ничего не делаем, оставляем.
А вот в рукав мы добавляем. Как я считала рукав, я так предполагаю, подрез у меня будет вот так вот около 6-7 сантиметров. Вот рукав, ширина самого рукава вот 46 сантиметров. Вот такой вот у меня будет рукав. Вот 46-47 сантиметров. То есть по итогу у меня после, перед подрезом у меня должно быть 40 сантиметров. 40 сантиметров при моей плотности 18 петель в 10 сантиметрах, это 72 петли. Вот чтобы достичь 72 петли, я начинаю делать по 3 петли здесь. То есть вывязывать 3 петли со стороны рукава в начале и в конце. Либо вывязывать вот дополнительную петлю в каждом ряду, не через ряд, а в каждом ряду. То есть мне осталось здесь тут добавить 20 петель, по-моему, ну я еще пересчитаю. Вот, и у меня будет моих 72 петли. У вас это может быть меньше число, может быть больше число. В общем, по своей плотности вы рассчитаете ширину рукава. От ширины рукава отнимите... Ой-ой-ой, у меня авария. От ширины рукава отнимите подрез, ширину подреза. Ширина подреза, я же говорю, 6-7 сантиметров. Ну, от 5 до 8 сантиметров для мужского свитера, я думаю, больше не нужно. Вот, отнимите подрез и по высоте... Вот, у меня приблизительно это 5 сантиметров, да. Мы определяем, сколько, как бы, на какой высоте, как бы, когда начинать по 2 петли добавлять. Вот. То есть, учитывайте, что в ряду у вас добавится 2 петли, если вы в каждом ряду будете добавлять по 2 петли. То есть, за 10 рядов у вас добавится 20 петель, вот. Вот с таким расчетом, в общем, а это легко посчитать, вот, вот так вот, как бы по рядам. То есть надо вам добавить 20 петель, отсчитали 10 рядов, и вот не доходя до нужного, как бы, нужной величины проймы, допустим, у вас составляет 10 рядов, 5 сантиметров, да, или 3 сантиметра, вот не доходя от 25, как бы, глубина проймы 25, минус 5 будет 20, как в моем случае, либо если это 3, то это 22, как бы, сантиметра вяжем, потом начинаем делать вот эти дополнительные добавления, если они нужны. Вот, я надеюсь, я понятно объяснила. Так, вот я добавила до нужного мне количества петель, отделила рукав, чтобы вам показать. Вот он, сейчас все покажу. Вот так вот он выглядит. Сейчас мы его измерим. 25 сантиметров, видите, вот пройма 25 сантиметров, и еще она добавится же еще подрезом. Вот сейчас, кстати, у меня заканчиваются ниточки, я сейчас отделю перед рукава, перед и спиночку, и буду вязать. Вот один рукав я отделила, сейчас у меня пойдет второй рукав, вернее, сейчас вот у меня спинка, вот, то есть три пары спиц я сейчас задействую и буду отделять все наши детали. Вот сейчас я вяжу по спинке. На подрез буду добавлять 12 петель. Ой, забыла вам измерить ширину рукава. Ну, ну да ладно, потом уже. Потом измерю, когда уже все будет разделено. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7 сантиметров. Где-то 7,5 сантиметров буду добавлять на подрез. Немало, но я считаю, это для мужского свитера и немного. Это как раз нормально.
В принципе, мне уже вот этот вот маркер как бы серединой спинки и не нужен. Вообще все маркеры мы сейчас уберем. У нас сейчас будет все разделено на 3 части, 3 детали. Так вот дохожу я до второго рукава. Его я провязывать не буду, его я пересниму просто на дополнительные спицы. Так, теперь я оставляю эту спицу, беру этот рукав, я не буду провязывать, я его просто пересниму. Раз, два, три, четыре. Потому что здесь уже буду добавлять петли подреза. Эта петля, этот маркер уже не нужен. Петли рукава я оставляю пока без функционирования, так скажем. Так, теперь что я делаю? Я добираю петли подреза, 12 петель, вот таким вот образом: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. И присоединяюсь к петлям переда. Вяжу теперь по кругу только вот среднюю часть. Так. Значит, у меня было 55 сантиметров, и я добавила 7. Это 62 сантиметра у меня полуобхват груди получится. Напомним, вот мои расчеты. Значит, всего у меня 110 плюс 12, 122. То есть по окружности груди у меня добавилось 12 сантиметров в плюс. То есть на свободу облегания 12 сантиметров. Нормально как раз. И ни много, и ни мало. Вот, поэтому я считаю такая. То есть подрезом можно немножечко скорректировать вот эти припуски. Так, вот я дохожу до второй. Так, вот я дохожу к второму рукаву. Здесь я тоже сделаю 12 воздушных петель. И замыкаю в кольцо вот таким вот образом. Значит, теперь у меня 204 плюс 24, правильно? 12 и 12 24, и было у меня по 102 с каждой стороны. Это 204, 248 петель у меня на спицах. Кстати, уходим обратно. Теперь я возьму, так как у меня совсем мало нити, мне нужно сделать этот переход, поэтому я возвращаюсь сейчас уже прям, уже возьму вторую нить и буду делать переход. Я воспользуюсь ленивым жаккардом и сделаю как бы переход под мышкой вот сейчас вот так. Одну петлю провяжу, потом присоединю вторую нить. И для ленивого жаккарда буду вязать таким вот образом. Очень удобно использовать его для перехода, чтобы соединить незаметно. Итак, для ленивого жаккарда что мы делаем? Одну петлю провязываем, вторую снимаем. Нить за работой. Провязываем, снимаем. Итак, целый круг. Весь ряд по кругу. Так, вот смотрите, петли подреза я просто провязала лицевыми, они все равно будут под рукой. Второй ряд, там, где мы петлю снимали, мы ее снимаем,
ту, которую провязывали, мы провязываем точно такой же ряд, как и первый. Повторяем. То есть если в изнаночном вязании, то это изнаночный ряд, по сути. Снимаем еще раз ту, которую снимали, снимаем ту, которую провязали, провязываем. Так, клубок я закрепила уже к рукаву, им я буду вязать рукав. Вот, а теперь еще вяжу по кругу один ряд. Итак, второй ряд я провязала, и далее я просто вяжу лицевой гладью. То есть это петелька последняя, ничего, мы ее подтянем. Клубок я закрепила у рукава, я потом буду вязать рукав. Вот, и сейчас вяжу просто лицевую гладью. Вот так вот я буду соединять цвета, и как бы, чтобы сгладить этот переход, видите, получатся такие зубчики. Не будет такой резкий переход от цвета к цвету, чем-то его как бы украсить. Ну и сама пряжа, видите, у меня такая меланжевая, поэтому особо резкого перехода все равно не будет. Ну и вот так вот, таким вот образом я его еще сгладила. И теперь вяжу тушку, вот, и менять буду полосы, клубки, как буду менять. Вот я сейчас на весах, я буду приблизительно вывязывать половину этого мотка. По петлям у меня получается, что вот эта часть, это два рукава, ну чуть-чуть больше эта часть, поэтому вот чуть больше половины буду отмерять на весах и оставлять меньшую половину на рукава, и таким вот образом как бы распределять пряжу. Вот так, девчонки, на этом этапе что я сделала: я довязала до нужной длины, тут вообще уже никаких нюансов, просто довязала основную, ну, тушку, да, до нужной длины, и провязала резинку и закрыла петли. Тут уже объяснять нечего. Еще я перестраховалась, просто один рукав связала, второй вам сейчас покажу подробно, как сокращать. Вот, значит, так, теперь. Здесь я еще беру серую нить на пару рядов. Вот на набор, значит, здесь я. Что я делала? У меня... Значит, у меня 12 петель подреза. Еще я вот достаю отсюда вот дополнительную петлю между подрезом и петлями. То есть 14 петель я здесь добавлю. Так, одна петля. Ну и теперь из каждой петли как бы 12 из подреза. 2, 3, 4, 5. 6, то есть половину петель подреза я вывязала, и теперь еще разделила, ну то есть середину рукава у нас обозначила. Здесь у меня 6 еще, 3, 4, 5, 6, и вот из этого промежутка еще одну петельку я все-таки вывяжу. Это не обязательно, девчонки, там уж смотрите по ширине рукава, если вам достаточно, то достаточно. Так, значит, один ряд я сейчас провяжу, потом у меня узор получается. Значит, теперь вяжу, что буду делать с добавлением. Значит, с убавлением. Так, что я буду делать? Значит, сокращения у меня будут в каждом четвертом ряду по одной петле, не по две, как обычно у нас, да, а по одной петле справа и слева от маркера. Будем чередовать вот таким вот образом, чтобы плавное было сокращение. Сейчас я провязываю 3 ряда, и в четвертом ряду покажу вам сокращение. Солнышко в окошко влезло, показываю, значит, вот, 3 ряда провязала, и вот когда начинаю, и четвертый ряд, вот, я провязываю до маркера 2 петли вместе, то есть одну петлю я сократила. И теперь, по сути, мы сейчас не считаем 3 ряда, у нас-то ряд не провязан, мы сейчас делаем один круг, это один ряд, 2, 3, 4. И потом в следующем мы делаем следующее сокращение через 4 ряда, вот здесь вот. То есть по очереди один раз
до маркера, один раз после маркера. Это будет выглядеть вот так. Вот сейчас я покажу, видите, вот таким вот образом. Но благодаря тому, что будет сокращаться по одной петле, вот именно этот скос будет более плавным, да, не будет вот этих вот ступенек. Поэтому так. Если вам удобно по 3 петли сокращать, ну, провязывать по 3, сокращая 2, то можете делать так. Особой роли это не играет. Так, ну и понятное дело, что мы вяжем рукав до нужной нам длины. В конце вяжем резинку. И резинку сейчас вам хочу показать, как я закрываю резинку, чтобы она была эластичной. Значит, провязываю 2 петли по узору. И смотрю на последнюю петлю. Если она изнаночная, нить перевяжу вперед. Переодеваю эти 2 петли на спицу и провязываю их изнаночной. Далее следующую петлю по узору лицевая. Нить оставляю за работой. Переношу на левую спицу петли и провязываю лицевую. То есть провязываем по узору с дополнительным провязыванием как бы петли. Вот, и тогда получается край достаточно эластичным у резинки. Вот таким вот образом закрываю. И буду, что буду делать? Я буду стирать, разложу и высушу в нужном как бы мне виде, сформированном. Покажу вам. Вот, девчонки, мой готовый джемпер. Но показать, к сожалению, я вам полноценно его не могу, потому что манекен у меня маленького размера, а зять большого. Позировать мой зять, сомневаюсь, что будет. Ну, возможно, в видео появится, вот видите, насколько он больше. Ну, то есть понятно, да, что манекен-то у меня китайского размера, да, а зять европейского. Поэтому вот таким вот образом показываю вам мой погон, рукав. Вот, пока еще не знаю, хорошо сидит или нехорошо. Это я вам, возможно, когда буду... Вот, по сути, оно вот так вот должно быть, да? На нормальном мужчине, не китайского размера. Вот, ну, вот так вот покажу. Вот такой вот у меня, к сожалению, манекенчик. Не могу показать по-другому. Но я думаю, сам принцип вязания погона я вам объяснила. Вот, и вы все поняли. Вот плечо у нас должно быть вот так вот. Ну все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.